Из-за обильных снегопадов дороги необходимо очищать круглосуточно. Сегодня вместе с представителями столичной администрации наша съемочная группа отправилась на улицу Чебоксар, чтобы выяснить, справляются ли дорожные рабочие с выпавшими во всех смыслах испытаниями. В борьбе со снегом на территории остановочных павильонов, тротуаров и непосредственно дорог участвует около 90 единиц спецтехники. Только за прошедшие сутки было вывезено более 3000 кубометров снега, но это только начало. По сообщению гидрометеоцентра Чувашии, такая погода простоит еще 3 дня, поэтому дорожным рабочим придется нелегко. С обильным снегопадом это уборка производится круглосуточно у нас. Работаем круглосуточно, вывозим все остановочные павильоны, остановки посадочные, все очищаем, тротуары очищаем, подсыпаем. О возможности обильного снегопада дорожники были предупреждены, поэтому вся техника исправна и готова обслуживать горожан. На данный момент главная задача ОАО «Доракс» – не допустить простоя транспорта и избежать затруднения движения. В первую очередь было уделено внимание центральным нашим улицам. Произвели подсыпку песчано-солевой смесью и по истечении 4 часов выдержали работу этой смеси и потом полностью организовали уборку всех центральных улиц. Также была произведена работа по тротуарной части нашего города. И к утру, к 6 часам утра, соответственно регламенту, мы произвели полностью очистку центральных улиц и тротуарной части вместе с остановочными павильонами. В то время как работа ведется на одном объекте, на другом уже полно снега. Одну и ту же территорию приходится убирать за сутки несколько раз. Однако техника есть, рабочие тоже. А следовательно, очистка территории будет проводиться в соответствии с регламентом, заверил Владимир Доброхотов. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика.